году. Трек записан при участии Матра, уральского, да и, пожалуй, российского диджея Павла Широковского, более известного как диджей Вай. Но пути Господни неисповедимы. И сегодня на сцене диджей Вайда заменит диджей Фантастик Фрэш. Сергей Филиппов, он же диджей Фантастик Фрэш. Выйдет на эту сцену еще не раз, но о нем позже. А пока a long time ago. Эксперименты для
для другого оркестра больше, чем все. И каждый трек с альбома – это свой неповторимый мир. Вот и в следующей композиции причудливо сочетается драм-н-бейс и русский напев, и даже блюз. Другой оркестр и композиция на сон грядущий.